В Воронеже разгорается скандал вокруг вырытой во дворе дома Никитина ямы. В ходе работ был задет культурный слой. Эту яму во дворе дома Никитина разрыли в ходе работ по замене коммуникации теплоснабжения. В разрезе виден исторический пласт, кирпичная кладка, возможно, позапрошлого века. Сотрудники музея заявили, что археологи пришли только на второй день. Следом потянулись местные депутаты. Работы проводятся без должной экологической экспертизы. По мнению жителей, те люди, которые здесь якобы являются археологами, на самом деле не имеют никаких соответствующих документов, чтобы проводить такие работы. И жители опасаются, что мы потеряем вот при таком подходе к делу большое историческое наследие. Причем тут жители не ясно. Хозяин старинного дома уже давно покоится недалеко от Воронежского цирка в литературном некрополе. Но вот за забором Никитина во дворе обычных многоэтажек тоже имеется яма. Только там задет не культурный слой, а нервы владельцев гаражей. Копают ведь прямо рядом с ними. Сохранение исторического наследия, так же как и сохранение природы Воронежского края. Это, безусловно, одна из основных задач всех жителей города Воронежа, не только, скажем, администрации или каких-то руководящих органов. Хотелось бы посмотреть на ваши документы, какие у вас есть проекты. В прошлый раз мы у вас были, вы обещали проект, что-то мы ждали. Вы предупреждаете, если вы меня снимаете, то нужно предупреждать хотя бы. При появлении бригадира конфликт достигает своего апогея. Одновременно кульминации начальника в руках одни козыри. Я вам просто говорю, вы только что сказали, что представители музея вам сказали, где эти люди, которые что-то сказали, что мы что-то не вывозим. Где они? Нет, наоборот, они сказали, что вы нет, вывозите. Стоп, мы вывозим, что у нас нет никаких согласованных документов. Нет, то, что... Открытый лист, пожалуйста, смотрите, на архитектурные разработки, разрешение на земельные работы. Есть. Дальше что вам интересует? Договор. Лицензия у тех, кто проводит археологию. Договор. Ребят, это не ко мне вопрос. Это к Гордезу вопрос. Я вам показал открытый лист. Вас это устраивает? Да, это устраивает. Еще какие ко мне вопросы? Просто вы не даете работать, действительно. Ремонтом занимается квадро. К сожалению, нам не удалось до них дозвониться. Ситуация крайне запутана, героев конфликта много. Но факт остается фактом. Яма разрыта. Культурный слой задет. Тут стоит вопрос о правильном порядке действий при проведении работ. По словам депутата, все соответствующие запросы были отправлены. Отметим, теплоснабжение проведут не только в жилые дома, но и в дом-музей имени Никитина. Олеся Лисюк, Егор Китаев, Александр Панин, 41 канал.